Эти девочки шагали рука об руку и страстно целовались на сцене. Времена изменились. Теперь Лена Катина и Юля Волкова занялись сольным творчеством и накопили друг другу массу претензий. Чем все клево? Увидев Юлю Волкову на вечеринке по случаю возвращения в Россию журнала «Билборд», наш советский засланец Сережа Ашарин буквально потерял дар речи. Слава богу, Юля дар речи подобрала, в рот засунула и выдала засланца все, что нужно. Я же круче, чем каждый второй мужчина в этом зале. Это мы даже не сомневаемся. Хорошо, что на Волковой была короткая юбочка, и все фотографы заметили, что первичные половые признаки этой статушки все-таки развелись по женскому типу. И титул «Железные яйца» все-таки останется у Жигурды. Я решил здесь навечно поселиться. Дочке старше же будет сейчас 6 лет, моему сыну 2,5 годика. Верим, верим. Кстати, дважды мама Юлии Волковой на днях отправилась в Америку писать новые песни. Уже что-то даже записано, сейчас это идет все в процессе. Готовится такой большой бум, суперский сольный проект, поэтому в скором времени вы это услышите видеть. Юля уверена, что от новых песен России, как и прежде, будет приезжать, предаваться сексуальным утехам и писать кипятком. А вот карьера Лены Катиной брюнетку явно разочаровала. Вы знаете, я нормально отношусь к карьере любого человека, если есть желание, есть возможности, почему бы и нет. Но у меня есть один критерий, который я просто, в принципе, не понимаю. Значит, она позиционирует себя как Лена Катина. Она сделала сайт как Лена Катина. Но тогда какого хрена 30 июня было выступление первое сольное Лены Катиной? Она пела песню «Тату». Я сошла с ума, и нас не догонят. Чего-то Юль так резко. Может, Лена все деньги потратила и на дробь уже не хватает. Вот перебивать старье имеет право. Она имеет право это сделать, но это такой бред. Это полный бред, потому что если ты делаешь что-то сольно, значит, ты делаешь это сольно. А то, что делает она, это просто смешно, это глупо. Я думаю, что это очень быстренько зачахнет. Короче, расслабься. Подумай, старые песни поет.